Алла Сосновский. Пани. В нашем соборнице перше, самое страшное для ворога, зброя крылатых гусар, пика. Итак, ось тут стоит тренажер, який зовется Сарацина. Бачите, и он представляет собой шицу противника. На полном галопе треба ударить его так, каб гэты шит разбился в шент. Альбо упал на землю. Ну, альбо просто добре привернулся. Сябры мои, у меня для вас, до вас есть просьба и вельми серьезное питание. Ездил я с этими хлопцами, воевал по разных краинах миру, свету, и не могу себе вырашить, кто из этих хлопцов самый стольный вояр, самый элегантный и куртуазный шляхтиц, и, конечно, кто из этих вояров, если вельможная пани, самый прыжевый, прихожий хлопец, да поможете мне высветлить, а? Ну! Будете болеть за хлопцов? Помолитесь! Итак, первый дело за Рацелеву! Герман, понятно! Давай! Спокойненько, легким голубчиком. И он проходит и первый удар. Доступный! Бирка с месту! Нечто сгубил, так? О, Мирка Зменску, то есть шляхетная шабля ваша, якая повинна боронить ваш гонор. Передайте ему. И наступный ящик. Ведьми серьезный вояк. Соправдный лужака. Гусар сгородний. Человек, дарыши якому 68 год. Дай Боже, мне у этому взрослый зложку устать. Пан Олесь Устинович, долою! Йо! Аплодисменты! А зараз на своим ахалтыкинским коні. Так-так, конь турецко-татарский, ахалтыкинской породы. Олесь Сивица, долою! Моцно, але недокладно. Пан Олесь, гляди сюда, как треба. Ну-ка, ланцу мне в руку. Сивица, на первое!
Аж все конь пляша, а? Строптивый конь. Не легко им кировать, але коли оволодаешь, это самый соправдный сябра в бои. Амаль. Маль. Эх, хлопцы, хлопцы. Все треба робить самому. Поручнику саблей сечи, пикой колоть, ворогов рубить. Ну ко мне лансу сюда. А вы будете?
региона. Ну что, дадим как там еще один шанс?